Французский язык в школе и вузе. На семинаре в УГУ педагоги из 70 городов России набираются опыта на мастер-классах иностранных экспертов. В Оренбурге с визитом преподаватель из Французского института Турини и атташе по сотрудничеству в области образования посольства Франции в России. За эти 2-3 дня, когда преподаватели участвуют в семинаре, они слушают лекции, они участвуют в мастер-классах по каким-то определенным тематикам, таким как преподавание грамматики, преподавание каких-то аспектов различных языка. Очень хорошее подспорье для преподавателя, для того, чтобы повысить его уровень и уровень преподавания французского языка в учебных заведениях в целом. Что представляет собой Франция сегодня? Эволюция языка, сленг французской молодежи. Основная тема семинара – проблема включения культурологических аспектов в обучение французскому языку. Мы встречаемся с учителями других регионов или других городов, обмениваемся опытом, и плюс еще большую роль играет то, что мы общаемся с носителями французского языка. Вот. Поэтому мы приезжаем в город, в школу, приходим и, в общем-то, вот это все передаем детям. Однако главный вопрос, который волнует всех преподавателей – снижение у школьников и студентов интереса к французскому языку. Для нас очень важно знать политику посольства Франции именно в области изучения французского языка, потому что язык все время изменяется, и французскому языку сейчас очень тяжело выжить, выдержать конкуренцию с английским языком. Почти гамлетовский выбор – английский или французский. Каждый решает сам. Семинар дал понять, у французского языка большой потенциал. И в УГУ делают все возможное для укрепления русско-французских отношений.